Я думаю, что любое общество, которое стремится качественно использовать людей, которые живут в этом обществе, они не должны ограничивать. И те возможности, которые дает там двойное гражданство, это просто дополнительная опция для человека. Если человек захочет уехать, он и так уедет. Вопрос в другом, что общество должно быть терпимее к этим вещам. Это во-первых. Во-вторых, мы должны понимать, что на каком-то этапе общество создает для людей условия, потом люди создают это общество и развивают его. И чем качественнее будет общение у людей, тем больше они будут иметь возможности, тем более качественно будет общество.